Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Якутии извещает о том, что Центромед не подал уведомления в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории республики в следующем году. Поэтому гражданам, прикрепленным к Центромеду, а их порядка 5000, рекомендуется заранее выбрать другую медорганизацию, которая работает в системе обязательного медицинского страхования. С 1 января Центромед не будет работать в системе ОМС, соответственно, вот эти 5000 у нас остаются без прикрепления. И встает вопрос, куда они пойдут для оказания медицинской помощи. Поэтому я хотела обратиться, конечно, к гражданам, которые прикреплены к этой клинике. Для чего? Для того, чтобы они уже сейчас подумали, в какую поликлинику они пойдут, в частную, государственную, и осуществили свой выбор до 1 января 2017 года. Если граждане, которые прикреплены к Центромеду, своевременно не осуществят свой выбор, то мы вынуждены будем их по умолчанию прикрепить к территориальным поликлиникам, где, по месту их постоянной регистрации.